Друзья, я вас всех приветствую. Много было вопросов по поводу фуллтанков. И сейчас мы как раз собираемся на выставку «Клинок», которая будет проходить в Москве с 3 по 6 ноября. Вот я вот решил вам показать небольшую коллекцию, которую я туда повезу. И если вам что-то понравится, вы также можете написать менеджеру, и вам отправят в любую точку нашей необъятной родины. Итак, ну давайте. Здесь сразу говорю, ножи все топовые. Такого топового сегмента, порошки, порошковые стали, все с ножными. Начну, наверное, я вот с этих ножей. Нож называется «Медведь». Сталь S125V, рукоять это карбон. Вот смотрите, как он все выглядит. Такой вот обушок достаточно мощный, 4 мм. Мозаичные пины. Соответственно, вот такие вот ножны. Цена данного ножа 55 тысяч рублей. Ножичек, соответственно, в наличии. Отправка будет, я говорю, если кому понравится, в день заказа. И еще один тоже нож, тоже сталь S125V, вот он такой, здесь карбон сильвер, тоже спины, красная G10, так вот все идет, вот такие вот ножны, модель медведь, соответственно, здесь тоже так вот медвежонок такой нарисован, спокойный, вот цена такая же. Дальше, давайте, то, что я показал, буду убирать в ножны. Дальше, вот такой вот ножичек тоже из S125V, нож он назывался у нас индивидуальный, это мы делали под заказ. Здесь тоже карбон, так вот он сделан, все так вот выполнен. Ножичек с такими ножными формованными. Вот, все вот так сидит. Следующий у нас ножичек, нож-хранитель. Я буду торопиться, чтобы время не затягивать. Вы там, если что, в комментариях пишите, вопросы задавайте, я отвечу. Все, по ТТХ, сами понимаете, это сейчас долго будет. Вот такой вот шикарный охотничий нож. Здесь стабилизированный зуб мамонта. Ручки тоже все на пинах. Очень-очень красиво. Такой, знаете, как скиннер так сделан. Цена его 45 тысяч рублей. Вот с такими вот ножными. По поводу там писать всякие сейчас это там дорого, недорого. Мужики, если кому-то что-то, я говорю, здесь работа, здесь не сталь, здесь полностью работа. Дорого, значит, ну что, закажите себе другой ножик, такой же формы, с другой рукояткой, там, не с карбоном, с G10 будет дешевле. Следующий ножичек у нас тоже, вот сталь S390, здесь зеленый, тоже карбон. Это тоже нож-хранитель, вот с такими вот ножными. Вот. Так вот он сидит в них, такие, цвет такие коричневые, черно-коричневые ножны. Цена его 35 тысяч данного ножа. Шикарный нож Ирбис, спуски от обуха, сталь порошковая S125V. Ножны, соответственно, в цвет постарались сделать рукояти. Вот такой вот красавчик. Сейчас еще раз я вам его покажу. Спуски от обуха. Закалка на 65 единиц. Нож тоже в наличии. Пожалуйста, кому интересно, пишите. Цена данного экземпляра 55 тысяч рублей. Нож Бобр. Нож Бобр из стали М398. Так. По поводу размеров, вот моя ладонь, вот смотрите, как он лежит. Такой вот красавчик, карбон сильвер. Цена 35 тысяч рублей данного экземпляра. В таких вот ножнах. Еще один бобр у нас тоже в наличии. Это сталь Ломакс порошковая. Тоже карбон, такие вот ножны. Вот такой вот аккуратненький ножничек. Цена 31 500 рублей. Горностай моделька. Тоже есть в наличии в красном, в красно-черном таком хаотичном карбоне. Тоже выполнен из порошковой стали Ломакс. Спуски здесь от обуха. Цена 31 500 рублей. Такой вот ножичек. Нож Сахалин. Сахалин. Да, он там задавали вопрос. Он приспущен, мужики, чтобы клевал вниз, чтобы еще чтобы ХО не подходил. Вот такой вот ножичек. Да, он как бы по доходу, я считаю, прям самый вообще нормальный вариант. Такой вот ножик 36 тысяч рублей стоит. Вот с такими ножными. Есть еще один горностай у нас из стали S390 в синем карбоне. Цена его 35 тысяч рублей. Такой вот красавчик. Здесь заполированный пескоструй. Так, нож еще Сахалин из стали S125V. Тоже в зеленом карбоне. Не знаю, мужики, по мне он просто вообще вот удобный. Вот его берешь в руку, он крутой ножик. Извиняюсь, камера прервалась. Да, и еще вот таких вот два ножа.
Два ножа из стали CPR. Эта модель у нас нож Ирбис. Цвет здесь G10, это бенгальский тигр. Вот, он будет идти в простых ножнах. Сформовать мы еще, я говорю, не успели. Вот, цена его 17 тысяч, такого ножа. И нож Бобр. Вот такой вот красно-черный G10. Цена его 15 тысяч рублей. Тоже сталюга, тоже злая, шикарная. Поэтому, кому что интересно, мужики, обращайтесь. Так, все, на этом все. Всем спасибо, всем удачи.